Основной вид деятельности нашей компании – это продажа вторичной недвижимости, также коммерческой недвижимости. Также реализуем новую недвижимость, новые квартиры всех ключевых застройщиков нашего города. Если вам действительно нужен специалист в сфере покупки, продажи недвижимости, звоните 8 920 22 99 356. Сделайте ваш верный выбор. Не каждое агентство недвижимости может такими сделками похвастаться, вот, а мы можем. Ольга у нас продала здание 2151 квадратный метр за 70 миллионов рублей. Да, друзья, это дорогого стоит. Я думаю, что действительно эта сделка войдет в историю нашего агентства недвижимости. Да и, наверное, вообще всего города Воронежа. С новым 2019 годом вас, дорогие! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы в этом жилом комплексе живете, да? Да? А сколько по коммуналке получается, коммунальные платежи? Ну, коммунальные платежи, вот самое большое, это 4000, если 40 квадратов примерно. 4000 сейчас зимой? Да, зимой, но с отоплением. Да, из них, наверное, 1002 отопления? Да, 2 с лишним даже восходит. Ну, а сам жилой комплекс нравится? Хороший, все устраивает? Очень хороший. Ездите с ребенком погулять? Ну, конечно. Площадок много, хороших деток очень много. Здесь в основном все с детьми. Честно говоря, канал-то создавался, да, не просто так, да, я просто искал какие-то пути, выходы, пути развития, дальнейшие пути развития для своего агентства недвижимости. Вышли так вы рано утречком, позанимались спортом, сделали зарядочку, так в халатике, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот сюда, вот в это помещение, друзья. А тут у нас, офигеть. Дорожное радио нам тут играет. И бассейн 42 квадратных метра. А, здорово. Друзья мои, смотрите, как здесь все здорово. И курчат вам, пожалуйста, тут на фотографии. Все вроде бы хорошо, живи, занимайся. Позорнота, такая позорнота. Вот не удосужились даже выехать, посмотреть, пофотографировать этот объект недвижимости. Куда же я буду договариваться с соседом с первого этажа в его клозет бегать, что ли? Покупались, тушку свою бренную вот так вот окунули, приехали на выходные, да, туда залезли, водичку попрохладнее желательно, полежали, порелаксировали, потом пошли в беседочку сюда, тут у вас мясцо, вот тут вот у вас в мангальной зоне мясцо там готовится, то есть все тут у вас прям вот на мази. Тут же руку протянули, яблочко себе сорвали с дерева, прям вот красота, красота. Бери нашу дачу, не хочу. Офигеть. Желание бежать отсюда, конечно. Поскорее вам закончить ремонт, поскорее закончить себя и поскорее, скажем так, ассимилироваться, обжиться, влиться в наш ритм жизни, в ритм жизни нашего города, да, и почувствовать себя уже воронежкой, воронежанкой. А, кстати, как правильно? Воронежанка? Ты, если бы я знал... Если бы я знал, я вам сказал. Ну не ворона же. Нет, ну, однозначно. Слава Богу. Нет. Вот этому дому. Вот этот дом раза в 2,5 старше меня. Вот этот дом видел многое. Этот дом ровесник Великой Октябрьской революции. Дому 104 года. 1917 года постройки. 1917 года постройки. Вы представляете себе?